Всем привет! Стало известно, как благоустроят улицы рядом со станцией метро Юго-Восточная. Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн» и подробнее расскажу прямо сейчас. Проект реконструкции Ферганской и Ташкентской улиц одобрен Москомэкспертизой. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы. Работы, которые пройдут в рамках создания транспортно-пересадочного узла Юго-Восточная, включают реконструкцию инженерно-технических коммуникаций, строительство внутриквартального проезда и парковки, а также перекладку сетей и благоустройство территории. Кроме того, специалисты создадут заездные карманы, установят фонари и остановки общественного транспорта. Отмечается, что после завершения строительства одноименной станции на Самаркандском бульваре и Ташкентском переулке также будут проведены восстановительные работы. На улицах планируется создание пешеходных зон, велодорожек, спортивных площадок и мест отдыха, а также замена газонов и озеленение территорий. На этом пока все. Еще больше новостей из жизни столицы ищите на сайте mymsk.online. До скорого!